Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Балезина. Здравствуйте. Предприниматели сейчас рассчитывают на государство. У него есть подушка безопасности, чтобы поддержать бизнес, уверен управляющий партнер международной юридической компании «Кассин и партнеры» Олег Кассин. Поэтому мы на это государство рассчитываем льготные кредиты, административная гильотина, дабы сократить количество документов. К сожалению, выглядит сейчас это будет нереалистично, но сокращение сроков по открытию и ликвидации предприятий, упрощенные процедуры того же банкротства. Это все для бизнеса, для экономики в настоящий момент крайне важно. Скорость. Мы планировать сейчас не можем вообще ничто и никак. Поэтому вот упрощение всех процедур, это будет вообще здорово. Также Кассин считает, что нужна финансовая помощь на поддержку занятости. Программа «Экономика». Депутаты хотят вместе с чиновниками обсуждать ситуацию в кировской экономике. О желании принимать участие в таких обсуждениях написала депутат ОЗС Ольга Тырыкина во ВКонтакте после заседания фракции ЛДПР, в которую она входит. Она считает, что в регионе нужен оперативный штаб по поддержке жителей региона и бизнеса. В него она предлагает включить не только чиновников, но и представителей законодательного собрания, в том числе оппозиционных. Свое предложение Тырыкина собирается направить губернатору. В правительстве сейчас каждую неделю будет собираться специальная комиссия, которую назвали «Комиссией по повышению устойчивости развития экономики». Там будут обсуждать выполнение социальных обязательств, состояние в медицине, образование, ход ремонтов дорог, капремонта и другие финансируемые из бюджета направления. Также создан штаб по поддержке промышленности. Экономика на 101 FM. В Кирове под видом юридической фирмы работали мошенники. Офис на улице Спасской открыли двое уроженцев Саратова год назад. По данным МВД, на первых бесплатных консультациях сотрудники компании убеждали клиентов заключить договоры на юридические услуги на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Некоторым для этого приходилось брать кредиты. Услуги же по договору не оказывались, либо оказывались формально. Жаловаться правоохранителям на деятельность юрфирмы кировчане начали в октябре. Из-за этого учредители переименовали организацию и под другой вывеской продолжили работать в том же месте. Сейчас их деятельность изучает полиция в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Потерпевшими признаны более 60 человек, двое фигурантов арестованы. На этом все. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.